Здравствуйте, дорогие друзья! Один из подписчиков моего канала в комментариях под одним из видео рассказал одну интересную историю. Ему посоветовали некачественные саленблоки, которые, допустим, очень жесткие, проваривать в воде. Он обратился ко мне, чтобы я дал разъяснение, действительно, стоит ли это делать. Ситуация такая, что ему посоветовали саленблок, который имеет очень жесткую резину, проварить 1,5 часа в кипятке. И якобы после этого получается так, что резина становится мягче, и саленблок работать начинает гораздо лучше. Дорогие друзья, конечно же, это полная ерунда. По какой причине? Да причина всего лишь одна. Состав резины. Он разный. Есть состав резины хороший, качественный. Это, как правило, оригинальные фирменные саленблоки, которые устанавливаются с завода. Действительно, на многие автомобили он довольно-таки качественный. А есть некачественное. Есть, допустим, альтернативная замена, так называемая. Производители другие совершенно. Соответственно, технологии варки резины другие. Наполнение, сама резина другая. Качество резины другое. И вари ее, не вари в кипятке. Тем более, кипяток не особо может влиять на физические свойства резины, если состав ее не изменен. Если вам попадет, к примеру, саленблок, где резина недоваренная, кстати, бывает такой момент, то кипяток ее не доварит, потому что температура варки резины совершенно иная. Кипячение саленблока в горячей воде не даст вам никакого нормального результата. Вы просто потратите лишнее время. Если вы хотите поставить себе качественные саленблоки, но не покупайте вы всякое барахло. Покупайте оригинальные, они ходят гораздо дольше. А если не оригинальные, то заходите в профильные форумы и интересуйтесь. И наверняка вам обязательно кто-то подскажет, чем можно заменить качественным, какую альтернативу. Есть именно качественная альтернатива замены оригинального саленблока. Но не занимайтесь ерундой, сваркой саленблока в кипятке, потому что это не даст особого результата. А если какой-то результат и будет, то он будет совершенно незначительный и никак особо не повлияет на долговечность службы ваших саленблоков. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объясняю. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.